Приветствую на канале «Правильный выбор». Сегодня наш обзор посвящен газовой варочной панели Gefest SG-SN1210K2. Эта бюджетная модель часто приобретается для дачи. Если вам нужен такой вариант, присмотритесь к особенностям этой поверхности. Поделиться своим мнением и задать вопросы вы можете в комментариях, а также ставьте лайки для поддержки канала. Если вы еще не подписались на канал, рекомендую это исправить, обязательно активируйте колокольчик. Тогда вы не пропустите выход нового ролика. Ссылки на выгодные цены и полные характеристики оставлю в описании. Черного цвета варочная панель шириной 59 см. Благодаря красивому дизайну эта панель идеально впишется в ваш интерьер. Наличие четырех конфорок позволит вам без труда готовить любые блюда для всей семьи или гостей. Рабочая поверхность, на которой расположены конфорки, выполнена из высококачественной эмали, что обеспечивает простой уход. Чугунные решетки обеспечивают стабильность и придают варочной панели солидный вид. Чугун хорошо выдерживает высокие температуры, поэтому решетки прослужат годы и не доставят никаких хлопот. Встраиваемая газовая панель – комфорт и удобство использования. Панель управления расположена спереди, что обеспечивает удобный доступ к необходимым настройкам. Интуитивно понятные поворотные переключатели позволят вам с легкостью пользоваться этой газовой панелью. Газовые конфорки – две стандартные, экономичная и большого диаметра с быстрым нагревом. Мощность пламени регулируется поворотными ручками, нижнее положение переключателя – экономичное горение, малое пламя. Электроподжиг осуществляется нажатием кнопки на наклонной панели управления. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Отдельная кнопка электроподжига. Отсутствует газ-контроль. Ручки включения конфорок легко отваливаются. На ручках металлические язычки, которые падают в саму плиту, их не достать без разбора плиты. Маркая поверхность. Сильно шумит при работе. Теперь перейдем к положительным. Замечательная варочная панель. Удобная, легко моется. Очень удобно расположены переключатели чуть сбоку. Дети легко справляются. Есть конфорка-подвок и не надо использовать подставочку. Хороший современный внешний вид, удобно в использовании. В комплекте есть жиклеры для сжиженного баллонного газа. Удобная, красивая, массивные чугунные решетки. Комментарии и лайки важны для поддержки канала. Буду благодарен за такую обратную связь. Под видео в описании оставлю подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Подписывайтесь на канал, а чтобы не пропустить выход нового видео, включите колокольчик. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».